Три этапа Всероссийской олимпиады школьников позади. Впереди у победителей регионального этапа остался последний рубеж – финал. В олимпиаде по литературе регион будет представлять София Марчени из гимназии номер 33. У школьницы вся семья любит читать, и девочка, по примеру родителей, тянется к книгам. С 5 класса девушка участвует во всевозможных олимпиадах. В прошлом году София прошла на всероссийский этап олимпиады по русскому языку, а в этом стала победительницей регионального этапа по обществознанию и литературе. Мои любимые задания – это все равно задания творческого этапа, потому что в них ты можешь отправить свою фантазию в полет и делать что-то такое невероятное, о чем ты даже не задумывался. Там, например, придумать определенный костюм для персонажа книги, если бы он жил в 21 веке. Усердная работа и подготовка являются залогом успеха в олимпиадах. Еще две одноклассницы Софии стали призером и победителем в региональном этапе по литературе. В этом заслуга опытного педагога Людмилы Сидоровой. Учитель с многолетним стажем опирается на четкую подготовку своих подопечных. Главное – это система в работе. С 5 класса работаю с детьми этими и, скажем так, выстрелили. Именно вот уже к старшим классам, хотя и в 5-м, и в 6-м, и в 7-м дети постоянно были и участниками, и призерами, и победителями различных олимпиад. Поэтому то, что в этом году у нас такой результат, когда два победителя и призер, это работа системы. Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 предметам. Сначала все желающие принимают участие в школьном этапе. Затем следуют муниципальные, региональные и всероссийские этапы. В финальном этапе примут участие порядка 7 тысяч школьников. Среди них ученики ульяновских школ. С каждым годом количество детей, вовлеченных в олимпиадное движение, увеличивается. Традиционно мы показываем неплохие результаты. 10-12 наших ребят являются призерами, либо победителями. В Ульяновске с 13 по 18 апреля пройдет заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по физкультуре. К нам приедет 290 детей и 100 экспертов со всей страны. Наш регион представит 9 школьников. Кирилл Савосин, Олег Тоньшин, УПРАВДА ТВ.